Начнем. Укрыться от дождя. Также есть мангальная зона. И стол. Ребят, я когда-то делал такой стол, но он у меня по понятным мне причинам был изъят, так скажем. То есть люди посчитали, что это их стол. Также табурет. Шикарно. И можно развести костер, посидеть у огня. Даже есть лампы, освещение ночное. Беседочка просто шикарная. Прохладно здесь очень. Представляете, да? Такую вот беседку у себя возле дома. Такой вот у нас редуктор здесь. И есть подъем. Подъем на вершину этого домика. Здесь гнездо. Клумбы. Клумбы все, ребята, с поливом. Понимаете, да? Освещение. Грибочки. Как же вам передать масштаб всего этого? То, чтобы вы понимали масштаб. И еще продолжает строиться. Я здесь, ребят, нахожусь второй раз, но нету предела. Здесь куда ни глянь, вот из всего, здесь всему свое место, ребят. Всему, вот каждая вещь обрела вторую жизнь. Старая наковальня, старые клещи, пень, буратино. Жадный буратино, старый буратино, который скряга, которого жизнь потрепала. И молодой, еще не испорченный буратино, который работает. Он работает на доставке, ребят, посмотрите. А это у нас Карлович. То есть это прожженный буратино. А это добрый буратино, который возит дрова. Это у него мангал. Здесь можно пожарить шашлыки. То есть буратино работает на доставке у нас шашлыка. Такой вот хороший буратино. Ребята, подняться хочу наверх по этим порожкам. Ремонтный участок, там ведутся работы. Все правильно, все верно. Там продолжаются работы. Эй, какой светлячок. Посмотрите, ребят, какие светлячки. Вот эти светлячки дают освещение ночью. Какие они прекрасные светлячки. То вот, опять же, да, вот сук идет, как будто, но это же ногти. Ногти какого-то существа. Также глаза, то есть куда бы здесь не обратить свое внимание, здесь все что-то означает. Вот замечательное животное. Мышь, я так понимаю. Сеньор мышь заведует печью. То есть печь это подогревает. Вот это у нас джакузи, или как назвать, ванночка, которую можно растопить, набрать водой и посидеть здесь за чашечкой чая. Вот сеньор мышь. Вот сюда кладешь ему гроши,
И сеньор мышь разрешает доступ вот этой замечательной печи. Также можно пытать непослушных людей. Здесь тоже дверь. Какая-то техническая, скорее всего. Там сеньор жаб сидит. Ребят, я даже не могу понять, с какой стороны я был, чтобы не упустить ничего. Саня. Пол царства за зятя. Сань, вождь. Яна. Я иду, снимаю все по порядку. Вот сюда попал знаменитый Иван Царевич. Это, кстати, у ребят у нас черепаха. Черепаший дом. Вот сюда стрелял Иван Царевич из того царства, когда искал себе жену. Запальки, спички. Вот это огонек, ребят. Смотрите, какой дружелюбный огонек. Читает журнал Playboy. Вот у него горячие пеньки. Человек с юмором. Вот этот у нас первый мост через реку Дракон. Перейдем сейчас по нему. Ребята, масштабы здесь просто. Ну, вы сами видите. Я не знаю, передает ли это камера. Но вот сейчас мы встали на мостике. Я вам покажу второй мостик. Это у нас второй мостик. Дальше идем в мышиное царство. Мышиное царство. Там пираты у нас. Вот кто-то потерял кошелек, ребят. Сейчас его бы надо найти владельцу. Здесь валюта наша. Кошелек полностью набит пятачками. Сейчас мы будем искать, кому принадлежит. Зачарованный лес. Вот он, этот знаменитый меч, который богатырь должен вытащить из камня. Наверное, ребят, я не богатырь. Да, все сказочно, волшебно. Дети здесь бегают. Ребят, там что-то строится грандиозное, посмотрите. Сваи, трубы, каркасы. Идет тропа, но тропа обрывается. То есть, я считаю, что когда-то, через несколько лет, здесь будет просто шикарно. Смотрите, у нас здесь автомат Калашникова. Поздал. Как все шедеврально. Сразу пройдемте мышиное царство, зачарованный лес, чтобы не пропустить ничего. Кругом сирень, запах, весна. Королева мышь. Мы ее обошли, чтобы не платить ей дань. Вот она там. Сырной арки. Мы прошли через другую арку. Вот здесь две змеи. Паучок красивый вверху. Какой маленький. Оп. Ну не знаю, для чего здесь висит цепь. Хорошо, что нет петли. Это у нас, ребят, якорь.
А это пиратский корабль. Оп. Есть. Настоящая корабельная пушка. Посмотрим, какими ядрами она стреляла. Да, калибр шикарный. Также можно напиться, умыться. Айза. Мышь зовут. У мыши есть. Она хранительница ключей. Вот. Ух, как сильно к ней страшно подходить, ребята. Посмотрите, какая она. Хорошая, хорошая. Охраняет она. Оттуда ведется огонь. Они воюют с кем королевством. Но опять же, если приглядеться, они все дружелюбные, насытые и накормленные. То есть, вот эта мышка просто обкушалась и греется на солнышке. Здесь отец со своим выводком, со своими маленькими мышатами, просто находится на набережной. Здесь кто-то нагарпунил рыбку, и дракон ее поджарил и съел. Огнедышащий наш дракоша. Там вот Кирочка что-то делает со свинкой. Рассматривает ее. Вот трогает ее за пятачок. Здесь шлюпочка на деревце села на мель. Ребята, все это на реке. Дом разбитых кораблей. Идем дальше. Шикарно. Ребят, вот он, пулемет у нас. Какой шикарный пулемет. Здесь кто-то ловит пираний. Оп. Пиранья висит. Такой вот замечательный пулемет, которым можно вести огонь по соседнему замку. То есть пираты решили напасть на это чудное королевство. Они, посмотрите на них, они идут в атаку. Дом разбитых фонарей, кораблей, извиняюсь. А вот он, знаменитый пиратский попугай. Нельзя туда, там написано, ты умеешь читать. Вот это знаменитый пиратский попугай Рома. Это попугай самого пирата, капитана Крюка. Какой он грозный, сердитый, палец в рот не клади, в клюв. Здесь гнездо, капкан, из него растет прекрасный цветок. Мне кажется, цветок этот приманка. И когда что-то туда попадет, он обязательно захлопнется. Но кто-то его поразил огромной, огромной стрелой. Ребята, вы представляете, какая здесь красота? Также еще у нас одна рыбешка. Там еще одна. Корабельные пушки. Много механизмов наведения. Посмотрите, как здесь все. Червячная передача. Еще одна шлюпка, севшая на мель. И вот оттуда они кидают бомбы, стреляют. В общем, атакуют
волшебное королевство. Слышу, где-то пролетел истребитель. Возможно. Вот просто сушка до этого уже пролетала. Шикарно. Очень шикарно. Вот здесь у них, я так понимаю, проводят пытки. Оковы. Опа, какая у нас. Как называется, ребят, вот это орудие и для чего оно применялось? Напишите в комментариях. Да, здесь с трубцинами забитые гвозди. Также топор большого какого-то существа, говорящая груша или авокадо. Но он довольно-таки веселый персонаж. Это у нас кок, который любит вашу маму. Он готов готовить нам кушать. У него есть черпаки. Так, давайте вообще разберемся, ребят. Что у нас в общем это такое? А это у нас большая мангальная зона, в которой есть коптильня, в которой есть мангал. Вот так прекрасная многоуровневая у нас коптильня. Мангал. Также холодное копчение. Утюжки. То есть, ребят, это полноценная мангальная зона. И здесь зона отдыха. Здесь можно просто вот провести какое-то мероприятие. Можно помыть руки, посидеть, поставить стол, включить музыку. Освещение здесь есть. И провести какой-нибудь день рождения. Да, шикарно. Это ручной питомец. Осторожно, злая хрень, ребят. Такая вот хрень. Но мне кажется, она прям совсем не злая. Смотря на нее, мне кажется, она очень даже милая. Висит булава из бочек рома и виноградной лозы. Сделана арочка. Теперь я пойду влево. Влево, ребята, я еще не был. Встретил свою любимую. Любимая моя. А ты получилось. Вот. Вот здесь красота. Ребята. Вот это находка. Смотрите, какая у нас чудо-мышь. Чудо-мышь, которая имеет руль, спидометр, привод и двухцилиндровый двигатель. Ну скажите, это шикарный просто. Вот детям играться, поставить ее куда-нибудь на детскую площадку. Они же с ума сойдут от радости. А это у нас кот, который догоняет эту мышь. Макс Пейн. Безумный Макс. Дорога ярости, ребят. Илья. Был. На коте ездил. Ездил. На этом ездил. На этом ездил. Заводи. Я пойду в форту позанимаюсь, там спортивная площадка есть. Вот, там спортивная площадка есть. Т-40 есть.
Ваша задача догнать мышь. Весело? Кира, если бы такая возле дома у вас была, вы бы игрались? Какие волшебные, красивые кружечки. Можно использовать, да, в качестве, а вот здесь вот камешки, клумбочки там использовать. Просто вот такие, как сказать, курганы из дикого камня. Еще незаконченные у нас, не раскрашенные персонажи. Может быть, они уже закончены и не будут раскрашены. Какой вредный малыш. Посмотрите, какие милые родители. И какой вредный малыш. Просто. Это у нас строительный камень. Бетономешалки. Бетономешалки все имеют электропривод. Смотрите, ребят. Из этого генератора или электродвигателя, что это, я не знаю. Из него даже медь не вытащили, чтобы вы понимали. Бетономешалки. Еще в процессе, я вижу там мастерок, кирку. Посмотрите, ребята, тачка. Она просто вот ее кто-то делал, усиливал. То есть, у нее даже колесо накачано. Ее не пожалели сюда увековечить. Также и эту же бетономешалку. То есть непосредственно она, ну, в рабочем состоянии. У нее даже вот стопор. Обычно у них всегда здесь стопор приходит в негодность. Тут даже стопор хороший. Только электропривод сняли и все. Вот, ребята, такая вот у нас мотокурица. Несушка. Курицу оседлать мне будет тяжело. Но мы подходим еще к одному уникальному мототворению. Сюда так монтирован моторчик от дворников. Также руль, который вращается. Колеса. Запасное колесо, да, малыш. Амортизатор. На курице не смогу тебя засунуть. Ну давай попробуем. Так, малыш, одну секунду. Давай, ты вот за это берешься ручкой. Вот так, а я тебя туда подкидываю. Да. Давай, давай. Дальше сам. Тихо, тихо, тихо. Оп. Ногу. Тихо, ногу. Давай, 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 давай. Оп. Все. У тебя коленочки все боевые, да, счесанные. Вопрос, как тебя снимать с курицы? А давай ты здесь будешь сидеть до конца нашей поездки? Нет. Да я шучу. Ты оседлал курицу, да? Кира там что-то прыгает. Иди, я тебя сниму. Понял, убери камеру, убери камеру.